Привет, друзья! Вы на канале Game Zone. Начнем играть? Всем привет! И мы начинаем играть нашу новую игру. Барбоска! Барбоскины, наверное, да, Лиза? Барбоскины. Так, у нас появляются барбоскины. В супермаркете. В супермаркете мы появляемся. А, это супермаркет Барбоскины. Так, мы начинаем играть наших друзей Барбоскины, да? Капуста и лосатка, и даже нам нужно собрать много-много капусты. Давайте. Итак, что нам нужно делать? Нам капусту, нужно собирать капусту. Нет. На нас. Выкидывай на нас. Выкинули. Так, нам нужно собрать. Лошадку! Успели поймать лошадку. Кого еще мы должны? Капусту! Нет, нам не нужны эти ботинки, спасибо. Как этого маленького, кстати, зовут? Это такой, который вот так вот. Как его зовут? Парпапка! Парпапка! Мы нашли капусту! Грибы! Да! А нам не нужны грибы? Да! Нет, смотри, нам нужен томат! Банки. И ведро даже зачем-то нам нужно. Интересно, зачем нам нужно ведро, а? Барбоскины, зачем вам нужно ведро? Стоп, тащить всякие угощения. Он что-то схватил, что это нам не нужно? Что? Нам нужны томаты вот такие вот. Обязательно баночные. Он опять схватил какое-то молоко. Нет, молоко у нас есть. Нам нужны были брокколи, да? Это не брокколи, это грибы. А, грибы. Грибы, как брокколи, да? Ведерко пропусти. Где? Ты видел ведерко? Я не видел ведерко. Нет. У нас есть уже такое. Что он там схватил? Так, нам нужно ведро. Где ведро? Огурец. Зачем? Зачем тебе огурец, друг? Итак, что нам? Сапоги нам не нужны, туфли не нужны, цветок нам не нужен, лейка не нужна. Ведро нам нужно. Побежали на кассу быстрее. И вот она, наша касса. Давай, мама, принимай наши покупки. Лошадка. И даже ведро. Так, нужно 29 у нас нужно собрать. Давайте, сколько мы будем ложить? 5, 2, итого 7, 1, итого 8, 10, и нам еще нужно набрать 11, еще 2, итого 20, еще 9 осталось. Давайте 5, может, положим? 5, итого нам 4 нужно еще набрать. Давай. 1, уже 26. И двоечку давай возьмем. Двоечку 28. Еще один нам остался. Еще один. Одну монетку еще. И 29. Ура! Мы полностью купили все, что нам нужно. Всего за 29 монет. Только у нас самые большие скидки в этом мини-маркете, да? Прогуляемся еще разок. Быстро что-нибудь купим нам на обед? Цветочек! Туфли, цветочек, еще туфли! Огурец! И корову в банке! Надо паузу схватить огурец! Смотрите, нам нужны такие туфли! И вот такие зеленые туфли нам нужны! А сапоги синие нам не нужны! Нам нужен огурец! Ура! Мы нашли этот большой огурец! Нет, нам еще один не нужен огурец, спасибо. Папа, как дела? Капуста нам тоже не нужна. И помидор нам не нужен. Побежали. Домой вот это осталось. Вот, цветок нам только. А это? И нам осталось купить только горох в банке. А ваза нам зеленая и синяя не нужна. И нам не нужен молоко, сок. Даже лейка нам не нужна. А, кстати, как мы будем поливать цветов?
Что-то еще на маленький подкинул. Сколько сил он подкидывает, да? Итак, мы на полпути к успеху. Нам осталось банку взять только, да? Сколько много игрушек, смотри, и ракеты, и клоун, и медведь, и чайник. И ракету! Ракету захотел наш маленький друг. Так, что нам все-таки нужно? Давайте. Нам нужна банка с горохом. С горохом. Яблоко недавно решил купить наш маленький друг. Где же эта банка с горохом? Смотри, мы даже редиску прошли. Вот она, банка с горохом. Побежали быстрее на кассу. Нас там ждет наша мама. Мама, привет! Давайте считать. Туфли синие, зеленые, огурец, цветочек, горшочки и даже горох в банке. Сколько это все стоит? 30 монет. Давай, Лиза, как мы будем считать? 10 возьмем, да? 5 возьмем. Помогай мне, Лиза. У нас 15 уже. 16 монет. 18, еще 5, 23, нет, 10 это уже много, давай 5 еще возьмем. Нам осталось только 2 взять. И все, 30 монет, недорого. Мы все это очень купили. Давайте прощаться с нашими друзьями. Вы были на канале GameZone. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал. Посмотрите остальные видео. И зайдите на канал вместе с Лизой. Теперь всем пока-пока! И с папой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!